Привет всем! Вы на канале Катя Тойс ТВ. Сегодня мы будем делать ненетанскую жидкость. И открываем. Крышечка, тарелочка, стаканчик, ложечка. Кукурузный крахмал. Перчатки. Огромнейший. Краситель. Инструкция. Еще одна инструкция и еще пусто. Научное шоу для детей и взрослых. Одеваем перчатки большие. И будем начинать делать. И насыпаем половинку. Мы сейчас будем красителем на кончик ложечки. Насыпаем. Он становится цветом красным. Мы будем Давай посмотрим на фотографии, какое оно должно быть. Это уже такое. Тянется, да? Должна тянуться. Ой, ого, как тянет. Аж отрывается. Ля-ля-ля, рисую узоры. Тяжело поднимается с дна? Ну да, очень тяжело. Не очень тяжело. Сейчас мы будем ненетанскую жидкость выливать в мисочку.
попробовать. Ладно, пусть останется чуть-чуть эту. Ну-ка, давай попробую, как она размешивается. Тяжело? Да, очень тяжело. Хотя льется. Нетановская жидкость. Она и жидкая, и твердая одновременно. Ого, какая твердая. А если стучишь, да, то твердая. А оно переливается. Переливается жидкое. Постучал, снова твердое, да? Так, давай вот так попробуем. Ой, пальцем это уже сильно мягко. Еще одной можно ложки постучать на ложку. Мы попробовали еще на стол немножко налить. Да, оно согревается. И обнаружили необычное свойство. Может, пальцем попробовать? Я тоже хочу. Вообще, нужно крошиться. Крошки получается. Вот. Ой! Я крошу. И потом руки хорошо вымоем. Так, а теперь все вместе. Да. И жидкое становится. Все вместе жидкое. Смотрите, я сейчас все помою. А попробуй шарик сделать. Давай попробуй. Только шарики я сделаю. Да. Вот, я даже собрала ее. Оп-оп. А, как классно растекается. У меня маленький получается, я не могу. Че, оп, как крошки и течет. Ой! Смотрите. А помнишь, в инструкции было написано, что пока ты крутишь шарик, вот так, одна ладошка об ладошку, оно крутится, твердое. А как только прекращаешь, сразу он выливается, становится жидким. Попробуй шарик ладошка об ладошку. Так, шарик. Вот так крутить. Шарик, вот шарик. Ой, как оно растекается. Вот так, немножечко, ладно. Можно я? О, какой шарик твердый, хотя шарик очень-очень-очень-очень-очень тонкий. Хотя он растекается. Ой! Вот это мы с тобой наделали. Да, вообще классно. Ой! Лепится, лепится. Когда сдавливаешь, он твердый такой. Да. А потом раз и смотри, он выплыл с ладошки. Да, смотри. Это, конечно, необычайно. Смотрите, сейчас я шарик соберу. Все, убежал. Мой шарик пропал, я растекаюсь. Ой, а смотри, собираешь, вот смотри, я его сейчас поломаю на куски. А эти куски растекаются. А ну-ка, тут я смогу взять? Вот тоже тяжело взять, как смотрите, будто твердое. Я сейчас куски поломаю. Смотрите, я сейчас куски поломаю. Раз. Смотрите, я куски поломаю. Ой, смотрим. Вау, а потом... Ой, я тебе добавлю еще, да. У меня все убежало. Ну, посмотри, это же надо так. Ай, я на куски поломаю. Я растекаюсь, как же неприятно. Смотри, когда давишь, вот он держится, этот комочек, держится. Сейчас руку я положу, и он убежит. Все выливается. А сейчас у меня попробую. А сейчас у себя попробую. Я вот налеплю кружочек, он растекается. Выливается. О, смотрите, я налепила кружочек, он растекается, я снова его вот. Так, там снова кружочек. Он растекается. А когда вот так сжимаешь его, оно твердое. Класс. И? Ух тышка. Все, ты оставайся играть, а мы прощаемся. Да. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Катя, так, а как мне выключить теперь фотоаппарат? У меня руки грязные. А-а-а.